Эй, на связи Виталий Старк, давайте наберем 150 лайков, чтобы вышла новая крутая серия. Вам не сложно, мне приятно, вот прям лайк тыкни, даже если ты ни разу не ставил. Давайте посмотрим, сколько мы можем набрать лайков. Я буду очень рад. Спасибо, мы начинаем слежку за админами. Так, зашли мы чек администрации, админов здесь очень много. ИГА, ИЗГА, все здесь. Мы будем следить сегодня за новенькими младшими модераторами, старшими модераторами, ну и посмотрим, кто чем занимается, как они работают. По идее, допустим, до 11 вечера они должны работать. После 11 вечера они имеют право покататься на машинах там и так далее. То есть до 11 вечера они должны вкалывать. Давайте начнем. Итак, первый наш, будет... подопечный, это Демьян Соколов, 53 ID. Давайте за ним сейчас и последим. SP53. Чем же занимается данный администратор? Он стоит сейчас просто на каком-то поле. И я так понимаю, сейчас он отвечает на репорты. Давайте посмотрим немножко. Так, Демьян, Соколов, где твои ответы, дружище? Пора отвечать. Если бы он был в спекте за кем-нибудь, за кем-то наблюдал, то мы бы за ним не смогли проследить, а просто был бы белый, чистый экран, какой-нибудь локация. Но сейчас мы видим то, что он... отвечает на репорт. Вот, Демьян Соколов ответил Мише Матрюхин, начинаю работать по жалобе. Он сейчас должен, по идее, помочь 456-му. Давайте сейчас последим. Вот, видите, 456-й попал в неудачное положение, И сейчас Демьян, я так понимаю, ему должен помочь. Да, он его поставил на дорогу. И просто оставил вот так. Удачи. Написал удачи. Красавчик. Демьян, молодец. Хорошая работа. Так, давайте посмотрим теперь за следующим администратором. В принципе, если вам такие серии зайдут, мы будем снимать их чаще. На самом деле, слежка за админами очень интересный факт. Знаете почему? Потому что, посмотрев мои ролики, админы уже начнут более к этому быть подкованы. То есть, не будут бездельничать. Так, 181. Давайте сейчас... посмотрим за 181-м, SP-181. Так, что же делает у нас старший модератор? Старший модератор стоит в доме администрации, и здесь они что делают у нас? Правильно, они здесь отвечают на репорты. Хорошо, ничего такого серьезного здесь нету, поэтому перейдем к следующему админу. Я надеюсь, что-нибудь интересное мы сегодня по-любому увидим. Так, админс, и давайте посмотрим, кто у нас следующий. Бакир, давайте 939-й посмотрим. SP-939. Ну, знаете, для того, чтобы посмотреть, как новые админы, которые недавно поставили на срок, что они творят. Так, Бакир стоит в доме администрации тоже, и пока что я не вижу, чтобы он отвечал на репорты. Репорт, в принципе, один, и репов не так много. Он зашел в ФК сейчас, может быть, офнится, а может быть и просто какие-то дела. Ну, то есть в ФК они уходить имеют право. У любого человека есть какие-то потребности, которые нужно в реальной жизни, возобновить в действие, сделать это. Так, ладно, Бакир вот ответил на репорт, он отвечает тоже на репорт, молодец, уточните, написал. Хорошо, ладно, давайте последим за следующими администраторами. В принципе, они здесь, много админов в доме админов находится для того, чтобы, следить за репортами, отвечать быстрее. Так, Бакир, хорошо, давайте посмотрим. Так, Акроникс следит за Хидната 790. Так, давайте посмотрим. 790 ID, что там такое происходит. Он следит сейчас за вот этим человеком, если я не ошибаюсь. Давайте еще раз на всякий случай чекнем, посмотрим. Так, следит за Хината, да. Акроникс, а что с ним не так? Что ты здесь следишь? Что здесь происходит? Скорее всего, что-то не так. Ну, в принципе, ничего такого я здесь не вижу. В принципе, ладно, тогда перезаходить. Так, он его слэпнул, подбросил. Посмотрим, помог ли он. Он, короче, завис, и, наверное, у него все кнопки пропали, и он не мог ничего сделать. Так, и не садится. Короче, парнишка завис, а наш администратор пытается ему чем-нибудь помочь. Ну, в принципе, нормально. Администратор работает, за это ему большой респект. Так, давайте посмотрим теперь следующего админа у нас.
Так, кто же у нас еще там есть? Акроникс, это Акроникс, хорошо, Акроникс, Акроникс, а нам нужен другой администратор. Так, давайте за. Алекс Шелби, 436, СП 436. Что же у нас делает Алекс Шелби? Алекс Шелби сейчас находится в доме админов. Что он делает? Так, что же он здесь делает? Элдар, здесь собрались у нас администрация. Чё? Тебе сколько платят? Так, такую информацию хз. Такую информацию раскрывать запрещено. Вот честное слово, это конфиденциальная информация, которую раскрывать запрещено. Репов нету, в принципе, админы ждут, когда их завалят репортами, и ничего такого особо здесь нету. Ну, блин, ну, то, что они сейчас пытаются друг друга чпокнуть, это бывает. Прикола можно, без прикола можно. На меня стена быкует! Вот они, админы! Здорово, ребятки! Рил, сколько платит? Мне интересно. Нет. Ну, правильно, администрации запрещено общаться по поводу зарплаты. Так. Мудрый Дениска зашел, заместитель ГА. Здорово, здорово, чё бьёшь? Ух ты, ё-моё, на меня стена быкует. Ребят, ну это на самом деле смешно наблюдать за админами. Что они творят, что они делают. Ни хрена у него денег. 26 миллионов. Алекс Шелби, ну... Видите, как зарабатывает администрация сервера? Да-да-да-да-да, идите на админку, вставайте. Смотрите, что они творят, а? Что они творят? От красавчики. Так, давайте посмотрим, кто-нибудь еще у нас интересный зашел. Так, нам нужно... Так, Демьян вроде работает. Умка. Давайте посмотрим за Умка. 617 ID. Давайте посмотрим 617. СП. Так, я тпшнулся к нему, блин, я себя, кажется, спалил. Ладно, давайте сейчас быстренько зайдем в спект. Он сейчас, посмотрите, бегает в Батарево, недалеко от Батарево. Здесь Мика Смит, еще несколько админов здесь, ну, которые просто уже улетели куда-то. А Умка находится у нас в Батарево. Уважаемый Умочка, возьмите скин обычного человека. Так, а Умка зашел в спект, я так понимаю, за кем? Так, спект, так, ладно, либо он офнулся, либо непонятно. Давайте сейчас посмотрим быстренько. Так, админс, кто у нас там? Так, сейчас мы видим, что здесь у нас находится Умка Рейн, Мика Смит, это тоже администратор, и еще какой-то админ, который находится там вот, где-то в деревьях стоит, Денис Смит. А, это ЗГА. Что-то у них здесь какой-то, скорее всего, намечается разговор. Здесь к ним подбежал сейчас человек... И у них будет какой-то информативный диалог. Я ливнул. Так, откуда-то он ливнул. Ну, чаты не нарушаются. В принципе, чаты не нарушаются, а это значит замечательно. То есть администрация полностью выполняет свои обязанности и знает правила, как быть и что делать. Хотите сумку? Админы, осторожно, у вас здесь человек находится. Админы, Умка, тебе сумку предлагают. Умка, купи сумку! Умка, купи! Все, и он ушел в спект. Правильно сделал, чтобы с человеком не стоять, потому что администратор это нон-РП игрок. Поэтому ему не нужно находиться с человеком прям в админ-костюме. Ну, да. Редко, когда там что-то случается, тпшит к себе и тогда разбирается. Ну, а пока этого не надо. Ну что, ребят, вот такая вот у нас получилась небольшая серия. Как бы первая часть слежки за админами. Если вам понравится это, то я буду считать, что мне нужно стоит и новые серии такие снимать, поэтому давайте наберем 150 лайков, выйдет сразу же новая серия. Всем спасибо, приятного аппетита, приятного просмотра моих каких-нибудь других роликов. Спасибо, до встречи, пока. Пока. Пока.